Где наши хуй? Лега задушила. Я начал пить со всей силы. Ты как фея выглядишь теперь. Я тебя люблю. Я помолчу. So, Shippy, today we are playing versus Gambit. Yes. What can you say? I can say... Домой, Гамбит? Давай, Гамбит! No, домой. Домой. Go home, Gambit. Yeah. Of course, домой, Гамбит. Will be a fun series. Last time we lost, so we are extra hungry to win. Not last time. Two last times, actually. So even more. So, we prepared well. I think it will be a good series today. Looking forward. Where did you find this? It's actually, you know, I went with my sister to the Hamburg city. It's like where I come from, Hamburg. Mm-hmm. And there's like a very expensive shop where my sister, my mother and my father all bought shoes, which is called Louboutin. And I usually don't wear so fancy stuff, even though I'm always in the suit. But they wanted to surprise me before I go to Moscow. Mm-hmm. So they gift me the shoes. Set fire to the altar, middle finger to the sun. No time for the sacred, no one to save me when I'm done. Took me down to the world. Shippy, yes. What are you doing again? You have to game versus Gambit. Yes. I'm relaxing. Шерик, ты теперь красивый? Или ты всегда красивый? Привет. Ты сегодня необщительный? Что мы могли сделать? Тебя не трогать? Может трогать. Может? Анатолий, можно задать вопрос напрямую к нашей организации через твою камеру? Давай. Где наши худи? Почему у каждой организации есть худи, а у нас нет? Зачем тебе худи? Мне холодно на сцене. Я вот это налепил, чтобы теплее было. А у нас термобелье. А у меня есть денег на термобелье, ты думаешь, я богатый? Так им организация покупала. А? Организация покупала, да, на термобелье? Конечно. Где наши худи? Тебе нужно худи? Да. Тебе зачем? Люблю худи. А тебе просто нужно худи? Конечно. А тебе зачем? Всем нужно. Вот за всех сразу говорит. Ему как бы его желание ему не интересно, он за всех просто. Че, Левчик, хочешь себе квартиру? Реклама, а? Хочешь себе квартиру бизнес-класса с ключами? Да, причем. Можно организацию купить? Ну, если ты выиграешь несколько этих чемпионов мира, я думаю, что мы купим. То он сам купит себе. Одного хватит. Shippy, you say, some if you won last week, you will dance. Tattoo, yes. But you haven't danced. You make tattoo? What? No. Invy said he will dance with you. So. Yes. Invy said. You say it into camera, man. You will say it with Shippy. Я сказал, что я не танцую. Go. After game between. After game between. After game between. No, guys, what the fuck? But this is fair. We didn't say it hard. After game between what? After game between. Теперь это выиграем, Эдик? Вега задушила Рашидов просто нереально. Но мы это выиграем у Гамбит теперь? Я надеюсь. Ты прям... Я очень не хочу. Ты постараешься? Я буду максимально стараться. Чем Лёва недоволен? Тем, что Райт потеряли изоленту. Пытаются найти, а на нас без изоленты не может играть. А ты как менеджер, почему не предусмотрел изоленту? Потому что это обязанность Райт. Перекладываешь ответственность? Да. Чего так зрителей мало? Потому что все отдыхают между играми. На игре будет полный зал. Там будет кто-нибудь важный для тебя? Да, конечно, моя жена всегда здесь. Скажи ей пару слов, ей будет приятно. Мы
одуванчик, солнышко. Я тебя люблю. Можешь камеру поцеловать? Пожалуй, нет. Я ношу кольца, но такие. Короче, в какой-то момент, когда они пошли заканчивать по Nexus, я начал бить со всей силы по трибуне. Голос сел. Я разбил кольцо, в итоге оно типа стало острым и расфигачило мне до крови палец. Настоящий фанат. Это форил самый жесткий. Шипи, I broke it. No, I beat our wedding ring. Шипи, I broke it. Oh, because you did like... Yes! But we won the game. Yes, yeah. We win! Вот. Я не знаю, просто... Тяжелая игра. Как в последний раз ты был так же счастлив? Я не счастлив. Вообще не счастлив. Я устал. Коммуникатор у нас... либо кто-то... Либо Елисей настолько жестко орал, что у нас постоянно там... Мы не могли слышать друг друга в тимфайтах, потому что, ну, все орут. Это у нас активируются микрофоны, и у всех каждого эхо нереально идет. В тимфайтах просто молчали все. Ты что-то нам отписать умеешь? Я иногда забываю, как пишет Энн. Серьезно? Пожалуйста. Ну не то, что забываю, но типа после игры я иногда пишу вместо Энн. Помнишь, что пошла здесь общались прямо на этом месте? После Open Cup, да, по-моему, если не ошибаюсь. Нет, по-моему, до Open Cup. По-моему, да, когда мы проиграли первую неделю. Ну, да-да-да, точно, в первую неделю. Ну, как твои мысли после этого всего? После победы? Что вообще думаешь? Ничего не поменялось. Мы играем не чтобы победить гамбитов, а просто чтобы выиграть все. А что в конце было? Что такое случилось? А я не знаю, что произошло в том файте, почему мы так сильно проиграли. Типа, я вообще не понял весь кол Элдера. Нужно посмотреть его, просто будет пересмотреть момент. И, наверное, мы должны были отойти с Элдера, когда они начали подходить. И, типа, играть с медленнее. Но мы подрались, мы проиграли файт, а потом они совершили ту ошибку, которую мы совершили в играх против них. Пойти слишком глубоко. Мы их убили там. И все. ГГ. Что про ТФ скажешь? Классно, ты что делаешь? Ну, типа, он вообще не дамажит. Он просто стан-бот. Все, что делает ТФ, это станет. Как тебе Кира на Галю? Как Кира на Галю. Ему надо прекратить этим заниматься, да? Да, это ужасно. Типа, играть на Галю — это именно пассивная... Ну, я бы сказал, что, но, наверное, это не в формате. Окей, что скажешь на завтра про М19 и про Роксов? С Роксами должна быть очень интересная игра про М19. Да, ничего не жду. Смотрим. С М19 играем чем-то интересным, возможно. С Роксами, думаю, будет сложная игра. Она может быть сложной, точнее. Если мы будем играть, не доигрывать, она будет, может быть сложной. Ну ладно, ты в целом рад, что Гамбиты выиграли? Что мы выиграли Гамбитов? Ну, какая-то, может, уверенность появилась, типа, что можно их спокойно обыграть. Мне не терялось, потому что, ну, обидно, если тренируешься очень много, там, целыми днями, и в итоге не можешь победить команду, неважно, там, какую, в принципе, не можешь победить свою лигу. И эта победа, думаю, даже она дала не столько уверенности мне, сколько другим членам команды. Особенно на Насику. Возможно. Да. Не хочу говорить за него. Ну ладно. Возможно, ему. Ананас. Что это у тебя такое? Я не знаю. Патч. Ты как фея выглядишь теперь. Я знаю. Спасибо. 4 недели прошло, Ананас. Как зовут? Лесника М19. Берг. Или Барбери? Берг. Или Барбери? Отстань. Чё этик такой веселый? Толя. Я обычный. Я всегда доволен. Чё? Жизнь хорошая. Просто. Хорошо кушаю.
Ты что-нибудь помнишь на немецком? Конечно, это было в третьем классе. Почему там хоть что-то? Их бин, ананасик. Нет. Ты знаешь, что такое лох? Полицай. Дальше не помню песню. Шипи. Why did you pick this nickname? Шипи? Шипи. Long story. But long story short, I played Warcraft 3. I played Dota, which is for the old kids. It's before League of Legends, the game that is League of Legends. Then I changed from Dota, and I was called Master of Dota. I changed to Sheep Tech, which is like a different custom game in Warcraft 3. And I called myself Master of Sheep. Then I changed to League of Legends. Name was taken from a fan. And I called myself Master of Sheepy. Then I joined Unicorns. And I had to change to UL, Master of Sheepy. But it was too long. So I could call myself UL Master. But I thought that was like too boss. So I called myself UL Sheepy. Ладно, let's go, без него, все, у нас нет времени, давайте, let's go. Guys, let's go, boss. But, От чего сердце ключ нашел? Ты понимаешь, а? От чего ты сердце ключ нашел? Ты говоришь, ключ да, нашел? От сердца босса. Да? Он сказал, что да. То есть сегодня мы не будем ночевать на улице, да? Я вот за эту игру, против М19, я переживал больше, чем за весь этот сплит. Ты считаешь, ты хороший менеджер, учитывая, что ключи потерял от квартиры? Я не потерял их. Ну, ты сейчас знаешь, что я сразу же отдал их боссу ответственно. Просто из-за того, что было много задач. То есть ты не справляешься с этими задачами, правильно? Можешь спросить у Шипи, можешь спросить у Саши. Своего Шипи? Своего. Ты сказал, можешь спросить своего Шипи, нет? Нет, тебе послышалось. То есть ты хороший менеджер? Не знаю, посмотрим. Пошли, что мы здесь с тобой? Ты хороший контент-мейкер? Нет. Нет? Ну, смотри, я согласен, что всегда есть куда расти. Но при этом я тебе все равно считаю хорошим контент-мейкером. Спасибо, да. Нужно более, знаешь, это хорошо, когда ты себя такой, ну, я вроде там не особо хороший, все дела, но в глубине твоей души ты себя считаешь нормальным контент-мейкером. Прямо от сердца отлегло, спасибо. Да? Да. Номанс, почему Межай? Это неуважение к сопернику? Денег только на него потом. А? У меня было 1200 голды, у меня нет слотов. И типа я не могу купить Blasted Bond, соответственно, я покупаю Межай. Как тебе катка была? Скучно и неинтересно. Мне не понравилось. Мы играли через бок. Мне не понравилось. Ананас! Молодой! Молодой! И пьяный! Да куда ты бежишь? Стой! Ему одному подай, ему одному! Нет, потому что я хочу, чтобы ты тут встал! Алло! Удачи на нас! Винакс, to the scene, to the stage. No. In this... Okay, I go. What you have done with Nick Colstar in toilet, man? Nothing. Здорово. Как дела? Кто так играет? Нормально. Как у тебя дела? Хорошо. Ты выиграешь? Ты готов? Я готов. Ты готов? Я готов. Выиграешь сегодня? Ты на галю. Можешь, можно вообще... Выиграешь сегодня? Я не понимаю. Раз... Я вот так. Что-то душно тут. Душно, так что душить будешь? Нет, душно. Мне душно. Тут до этого как душка была, поэтому тут душно еще.
Драксов не боишься? Толя, кого я боюсь? Может быть, гамбитов немножко? Нет. Вегу. Я боюсь не выиграть сплит. Для тебя это будет трагедией? Для меня это будет провал, да. Я только ради победы играю. А ты хотел бы стать тренером в Wholesale? Может быть, когда-нибудь. Максим, по-твоему, сильный? Да. А чего ему не хватает? Ну, на твой взгляд такой, а? Побед. Побед. Да. Ну да, чего еще не хватает? Какой ты бы совет дал бы ему на следующий день? То, что я скажу, точнее, то, что я хочу сказать, будет слишком некорректно по отношению к его команде. Поэтому я промолчу. Все. Так, Инви, да. То, что мне рассказывал минут назад. Смотри, Толь, да. Рокцы потеряли шансы попасть в плей-офф. Да. И бывают ростеры, которые после того, как теряют все шансы попасть в плей-офф, то есть у них как бы груз с плеч, они начинают играть очень-очень хорошо. А бывают ростеры, которые по жизни немножко как надо будет за лошадь. Да. И из-за этого, то есть, когда они теряют мотивацию, они играют еще хуже. И вот сейчас мы как раз посмотрим, к какому типу относится Рокси. У тебя когда-нибудь был такой ростер? Нет, нет. Ты не был, да, в Dragon Army вместе с боссом Санасой? Когда мы с Вегой на последней неделе потеряли все шансы, там, в Ланхоли, вот этот вот ростер, мы потеряли все шансы, и последняя игра у нас была против Dragon Army, там решалось Рокси, либо Dragon Army попадут в плей-офф, и мы в последний день Dragon Army прихлопнули. Но там потом в тайбрейке все равно Рокси проиграли, поэтому это тот самый состав, который был с Бэтлендом, Занзой, с Блумиганом, Гаджетом. Понятно. То есть прям очень хороший ростер. Ну, так что сейчас посмотрим, какие Рокси сейчас. Если проиграют быстро, значит им вообще похер на все. Если дадут бой, значит они, наоборот, расправили крылья и полетели. Indeep and mid lane push after Inter. Yes, I'm looking. Go, 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 go. Oh, I have ult, I have ult. Okay. I need help maybe. Look Thalia, guys. Guys, yeah, look, look, look. You're not Thalia, you're not Thalia. I'm out of the fight. He'll base NTP, he'll base NTP. And he'll base NTP. Thalia. Silas. I kill Thalia. Yeah. Че, Инви? Че так легко было? Потому что Рокси хотели как можно быстрее закончить последний раз. Как оказалось, они ближе ко второму типу, чем... Now, guys. I know. Wait, I start and I throw it over to you, okay? Okay, guys. No, not here. Wait, what? Start, you can start. So it's like more impossible. Let's go, guys. Okay. Enoch. Yes. No. Nice try.